Всем привет! Меня зовут Каракат Башанова, и в этом году я буду представлять Казахстан на детском Евровидении, и я готова ответить на ваши вопросы. У меня много мечты. Например, я хотела бы выступить на сцене Санкт-Петербурга, я вам это уже говорила. И еще у меня есть самая большая мечта. Я бы хотела этой песни, которую я пою на детском Евровидении, оставить имя моего отца в истории. И для этого я все это делаю, каждый день занимаюсь и все. Я с детства пою, так как мой папа очень хотел, чтобы я стала певицей, профессионально я начала заниматься с 9 лет, ходила на вокал в течение года, потом у меня были в школе и музыкальные предметы, я не успевала, и сама начала заниматься дома, смотрела YouTube-видео. И после этого я заметила, что у меня зажимается горло, и я сказала сестре, что я очень хочу на вокал, и мы нашли педагога в Инстаграме, Лизу Кагулову, и вот как 2 месяца я хожу к ней. Я играю на скрипке с 1 класса, и сейчас я учусь в 6 классе, значит, около 5 лет. Казахская музыкальная литература и музыкальная литература, потому что преподавательница очень интересно ведет урок, рассказывает о музыке, и я с детства слушаю казахские песни. А сейчас я изучаю казахскую музыкальную литературу, чтобы развиваться и узнать побольше о казахской музыке. А если про урок, который я ненавижу, то это точно математика. Это наше национальное блюдо бешбармак. Он очень вкусный, и там как бы есть конина. Я очень люблю есть руками, и это очень вкусно. В 2018 году, когда я отправила заявку на национальный отбор, но, к сожалению, не прошла. Ну, мультяшным я точно не знаю, но я очень люблю фильм «Гарри Поттер», так что... И поэтому Гермиона Грейнджер, и потому что этот фильм рассказывается про волшебство, и мне очень нравится магия, и рассказывается о вере в чудо. И, кстати, после национального отбора сестра мне купила палочку, о которой я очень давно мечтала. Хи-хи-хи-хи, не секи сосны-таки-ще. Черный и белый, потому что это как бы классика, я очень люблю классический стиль, и фиолетовый. Когда я должна была исполнить эту песню, я очень волновалась, потому что эта песня для меня многое значит, и она очень эмоциональная, и я думала, что я буду плакать, и так очень боялась, но я потом подумала, как бы я спела перед папой эту песню, и как бы он услышал меня, и потом я набрала сил и исполнила. Новый год, потому что этот праздник мы празднуем со всей семьей.
Всем спасибо за просмотр. И не забудьте, что 29 ноября будет прямой эфир. И смотрите.